Итак, дамы и господа, приступаем к, можно сказать, как некоторые говорят, обзору по играм, ну или на самом деле по моей версии игротесту. Аппарат компании Blackview, модель та-дам, A52 Pro. Это у нас относительно бюджетный. Бывает, конечно, еще бюджетнее, но все-таки это бюджетный аппарат. При этом у него вроде как неплохой экранчик, хоть и не Full HD. Памяти у него 4 физические, 4 специально нагнано виртуально, потому что без этого одна из игр просто не хотела ставиться. Она говорила, иди лесом, говорит, мне мало. Поставил еще 4, все заработало. И сейчас мы будем тестить. Никакие Antutu я тестить не буду, я им в последнее время не верю, потому что я видел на аппаратах с большими количествами баллов Antutu хреновое поведение в жизни и в играх, и наоборот. Поэтому мы для начала запустим что-нибудь простенькое, по мнению многих аппаратов. Ну, не что иное, как Asphalt 9, хотя среди гонок, в принципе, не самая простенькая игрушка. И мы ее немножечко изучим. Посмотрим, как аппарат будет с ней справляться. Сразу замечу, что аппаратик у нас относительно шустрый, именно за счет того, что экран имеет пониженное разрешение. И именно из-за того, что экран имеет пониженное разрешение, некоторые могут брыкаться и говорить, что на глаз пиксель видно. Вот здесь, чтобы их было видно, я не знаю, что нужно сделать. Ну вот видите, да? Приближаем, не видно. Еще приближаем. Вот я не вижу. Я не знаю, как вы. Ближе у меня смартфон уже не фокусируется. Ну что, залезаем в настройки. Настройки игры. Звук дисплей. Высокое качество. Ну что, пробуем? А, нет? Нельзя? Или можно? Походу нельзя. А, ее еще надо добыть. Это говорит есть. Ну хорошо, это есть. Опять добыть чертежи. Значит нет. Короче, что у нас есть-то вообще? Я запутался. Короче, что есть, на то мы поехали. Все. Напомню еще раз, динамик у нас здесь один. Работает в MIDI режиме. То бишь, когда вы играете, слушаете музыку или что-то другое без наушников, у нас работает только один динамик. У аппарата экран, в принципе, яркий. Видите, да, что яркость не на максимуме, а уже довольно-таки ярко. Напоминаю, у меня одновременно сейчас сюда светят 3 прожектора. Четвертый не включал. Думаю, это уж совсем будет издевательство. Графика меня радует. Пока. А дальше посмотрим, как будет в игре. Говорить я буду в разных сторонах, соосно с перемещением лица вокруг смартфона. Чуть в поезд не вошел. Главное вовремя нажать ускоритель. Косяк этой игры, что если ты в ускорителе касаешься противника, то ты не повреждаешься. Можно косяком считать, можно считать фишкой. Но, на мой взгляд, очень все здорово. Круто. Короче, на мой взгляд, очень шикарно. И не требует вообще никаких проверок. С асфальтом у нас все хорошо. Смотрите, Dukios 4.0 что дает. Во время просмотра запущенных приложений она нам все это дело показывает. Следующий запускаем Call of Duty. Надеюсь, обновления не прилетели, иначе придется делать монтаж. Потому что мне надоело часами сидеть. Ах ты ж! А чё мы опять не запускаемся? Я ж тебе память расширил. Ты же уже начала запускаться. Или тебе все равно не хватает? Да выпендривалась. Теперь опять вылетает. Ну-ка, очистка всего. Вот самое требовательное. Call of Duty, зараза. По-моему, мы ее так и не протестим. А бинда? Или опять обновления какие-нибудь вышли, а она их хочет, чтобы я загрузил? Сейчас посмотрим. Вот самое выкобенистое. Слышь, промазал просто. Уйди. Точно. Обновление вылетело. Ну, значит, придется обновлять. Смотрим, сколько это займет времени. У нас подключение по Wi-Fi.
Сергунька 5, это значит Wi-Fi 5 гигагерц. Должно быть шустро. Ну, что-то как-то не очень. Раскрываем. О, 500 мегабайт. Пауза. Смотрите-ка, шустро. Можете по часам отслеживать. Часы на экране не врут. Ну, сейчас проверим, запустится или нет. Шайбу, шайбу, давай, давай. Устанавливайся, блин. Самая проблемная игра на данном смартфоне. Еще раз напомню, процессор слабенький, хоть и восьмиядерный. Для игр, по крайней мере. А тут, извините, полгига влетело. Пока он его раскидает по нужным адресатам, я думаю, пройдет время. Но вырезать я уже не буду, это и будет частью, скажем так, игротеста. Мы смотрим, сколько времени он распихивает полгига. А, это он еще только разархивировал, получается. Теперь он начал распихивать. Не, так и живем. Готово. Проверяем, запустится ли он теперь. Если нет, даже проверять больше не буду. Не хочет, не надо. Мы потестим в других игрушках. Да нет. Запускается, все хорошо. Кстати, кто не знает, вот этот значок внизу, это не что иное, как онлайн-субтитры, которые образуются сами, даже если их не было. И они появляются именно за счет того, что аппарат на 13-м Android сам по себе поддерживает так называемые онлайн-субтитры. То есть создание программой субтитров в реальном времени, чисто по речи, в видео или где-либо еще. То есть распознавание устной речи с созданием субтитров. Но, к сожалению, работает только на английском языке. На русском ни хрена не завезли пока. Надеюсь, когда-нибудь завезут. Ну, красиво все-таки все. Не глядя на то, что экран 1600 на 720, что ли. Все равно все красиво. Да, обновление прилетело, что-то установило, а потом опять начало обновляться. Логика железная. Типа сначала обновлялся клиент, а теперь типа обновляется база. Возможно, с картинками, возможно, со звуками, ну, короче, всякая такая ситуевина, которая в игре используется. Давай уже, прогружай уже, как говорила Машка в мультике детском. Или мы тормозим просто? Нет, походу мы тормозим. Просто ждем, когда он сам войдет. А я уж сначала подумал, что он опять из учетки вылетел. Судя по прыгающим прямоугольничкам на экране, все-таки мы прогружались дальше. Вот она плата за недорогую стоимость смартфона.
средняя, высокая. Сглаживание отключено, размытие отключено. Все, что можно, это реалистичный прицел сделать. Ну, в общем, ниже среднего, я бы так сказал, настройки. Ну, посмотрим, как он автоматом выбрал, правильно ли все будет. Фиг его знает, давай сюда нажмем. О, нет. Господи, ребята, есть что-то, где ничего не надо качать? Или как? Во. Один режим, в котором не нужно ничего качать. Хоть это радует. Сразу говорю, долго играть не собираюсь. Но бегаем хорошо, как я вижу. Так, а где вражина? Не понял. Так, судя по звукам, кто-то бегает рядом. Меня таки зарезали. Но я думаю, вы все видели, что мы просто летаем, как самолет, блин. Что происходит-то вообще? Почему он с другой стороны вдруг? А он меня лопатой. Ну, короче, все. Летаем, господа. На мой взгляд, просто шикарно. Ну что, едем дальше. Так, Call of Duty было. Берем Stand of 2. Тоже такая же. Не буду ругаться. Игрушка, но многие просят попробовать. Будем пробовать. Thank you.
Так, лезем в настроечки, видео, высокое, 2 отключено. Целевая частота 120 кадров. Ну что, пробуем. Получится ли 120 кадров, я, конечно, не знаю, но выставил. Короче, контра. Но у меня, зараза, ножом. Молодец. Но бегаю я как-то слишком плавно. 120 герц, видать. Странно, мне казалось, я его удерживал в центре прицела. Да. Ну, сейчас я, может быть, и не удержал, согласен. Что за фигня? Я узнал терки заряжаться. Спасибо ребенку. Мне сынишка помог. А он красный почему? Или он еще бессмертный, типа только зародился? О, господи, я промазал. Я выжил. Я умер. Сначала выжил, потом умер. Ну, как вы видите, играется очень хорошо. Только надо понимать, куда бежать. Нужно быть в теме этой карты. Я пока не очень. Снайперюга. Понятно. Да что ж такое? Что происходит вообще? Ты чё, как больной? Стреляешь беспрерывно? Ну а чё это он завис-то, блин? Не понял. Ой, как ребенок, как любит орать, читеры, наверное. Блин, его даже видно не было. Ну, короче, я думаю, вы видите, что играется офигенно, только надо понимать игру. Слышь, дай мне выскочить из игры, пожалуйста. Стендов 2 пошел гулять лесом. Очистить все. Теперь мы запустим, наверное, PUBG New State. Потом танки. Не знаю, запустим ли мы просто PUBG без New State. Это на желание. Было бы по желанию, чуть я уже заговариваюсь. Пока мне нравится. Не глядя на то, что он бюджетненький, у него видео как-то все там хитро поднастраивается автоматически. И он становится довольно-таки играбельным. Во многих играх. Нет, играющим. Игра играбельная, а он играющий. Что-то я уже заговариваюсь. Люди, обратите внимание, очень часто игротесты пишутся на ночь глядя, поэтому если я где-то заговариваюсь, не обращайте внимания, смотрите чисто на то, что происходит в смартфоне. Это ваше будущее устройство для игр, если вы не передумаете его купить, поэтому вам на это должно быть внимание больше обращаться. Меньше обращайте внимание на то, что говорю я. Больше смотрите в экран. Во, так лучше будет. Так, наверное, будет более правильно. Ну и, судя по всему, загрузочка у нас, наверное, будет длительной. Делаю паузу. Сколько у нас там времени? 20:15.
2017. Ну, видите, да, что немножко подтормаживает. Вот я, например, вижу. Графика. Ультра-ультра-высокая. Оптимизирована по умолчанию. На базе вулкана. Ну, обалдеть. И как он это осилит, я не знаю, но пробуем. Нажимаем «Начать». Матч найден. А, нет, да матч начал подбор. Матч ищется. Кстати, елочка на заднем плане. Рюкзачок уже веселый. Матч найден. Ну, кстати, кто может правильно выговорить слово матч? Ведь надо ж тч. Как-то смягченно все-таки проговаривать. А я понимаю, что у меня язык уже не заворачивается в нужную сторону, чтобы сказать «тыч». У меня получается просто «матч». То есть «т» проглатывается полностью. Блин, а вообще нужно его оставлять или как? Или это мои глюки? Ладно, забыли, проехали. Начинаем. Дурю мается. Слышь, ты что тут бегаешь? Так, кто у нас там болтает? Турки, что ли? Или таджики, блин. Так, как мы выключим? А, вот так, выключить. Все. Ну и чё мы тут стоим? Побежали на. Прыгаем, не долетаем, промахиваемся. Еще падаем. Побежали прыгать. Знаю я, как рулить. Убери уже с экрана эту хрень. Не допрыгнул. Точнее говоря, вообще не прыгнул. Да, фигня какая-то. Хотя по кадрам вроде ничего так. Но вот что-то я как-то глазами не успеваю за этим делом. Так, стоп. Мозг включился. К разбегу готов. Полетели. Видите? Есть. Значит, управление нормальное. А вот это ненормально. То есть я не мог понять, какой рукой рулить. Я тормоз. Патроны я, конечно, все потратил. Ой, блин, зачем? Непонятно. Прорисовывает, видите, да, поэтапно. Изначально ничего не хватает. Баба. Ничего нет. Чего-то не хватает изначально. Нет, не хочу я вместе прыгать. Пошел лесом. Парадайсо. Мое любимое место. И... Опа. Летим в Парадайсо. Рай, короче. А кто мне там маячок поставил? Ну, вообще, я как бы туда и лечу. Но кто-то мне там зеленую ракету как будто бы завел. Кстати, очень удобно, когда у экрана очень длинная по горизонтали сторона. То есть, по-русски говоря, большое место для кнопок остается. И при этом большая часть экрана все равно видна. Зачем тут зеленая полосочка, то бишь лучик, скорее всего, я не знаю. Но очень интересно. Так, слышь, конкурент, куда улетел, блин?
Что-то у вас тут развелось, блин. Играть долго я не собираюсь, поэтому мне очень интересно понять, что тут светилось. И главное, почему. О, блин, а в итоге с другой стороны... Шлем есть. Патроны. Ой. Что только не нашел, только не то, что надо. Но бегает хорошо, кстати. А зеленый лучик я что-то уже не вижу. Был же. Слышь, ты там офонарил? Ты откуда там, помнишь, стреляешь? А, он сверху, блин. Ну, давай, давай. Угу. И патронов у меня, конечно же, нет. Зарядился. Погнали дальше. Так, стоп. Где лучик? Или это не лучик, это покойники. Понятно. Ну, спасибо, блин. Ну, на мой взгляд, шикарно играется, вот честно. Смотрите, так кульби так. И камень. Блин, про камень я что-то не подумал. Красная зона. Там меня могут убить. Это радует. Поэтому туда мы не поедем. Так, что-то я в кнопку не попадаю. Короче, ребятки, играется, в принципе, хорошо, но вот что-то рулю я плохо сегодня. Бегаю хорошо вроде, а вот рулю как-то через не те методы. Короче, надоело. Как у нас выйти-то тут? А, вот. Все, свалили, побежали. Броник у меня, кстати, сильно порченный. А, извините, не ту кнопочку нажал. Зона приближается. Стоп, это что такое?
Ну что, свалил я от зоны? Так, чуть правее надо. Ух ты, зараза. Все. Где? Где Гаврюша? Все. Чувствую, как сказать, не ведется мне сегодня машина. Так, опять зона приближается. Да что ж ты будешь делать-то? Еще и пуляют. Или стреляют, если по-другому. Надо догнать трамвай, наверное. Надоело. Выходим из игры. Выходим из игры. Выкидываем ее нафиг. Нафиг. Все нафиг. И, соответственно, запускаем обыкновенный папку. Меня что-то раззадорило это все дело. Или у меня обычного папка нет? Обычного папка у меня нет. Значит, запускаем танчики. Ну что, ребятки, играется прикольно, только непонятно, почему рулится хуже, чем бегается. Ну, блин, фиг знает. Может, все-таки какие-то микроподлагивания есть, и они ощущаются лучше именно при езде. Ну, в общем, верьте своим глазам, не верьте моему языку. Что увидели, тому и верьте. Кому как показалось, тот так и решает. Ангар красивый. А почему у меня танки не загружены? Блин, а где танки-то? Непонятненько. О, прогрузились. Хочу Т-150. И в бой. Ой. Отбой. Отбой. Я ошибся. Мы настройки не посмотрели. Что у нас настроено в графике? Высокая, высокая, высокая. Нет, нет. 60 для всех. Все. Вот теперь бой. Что-то я тут самый низкий, блин. Бой начинается. Управляется хорошо. FPS, правда, не видно. Переворачиваем.
48 FPS, нормуль. То есть для танков получается этого железа достаточно. Прикольно, необычно, неожиданно. Ускоряемся. Вражина уже буковку Б захватывает. Я лечу на букву А. Ну как лечу? Ползу. Ой, тоже КВ-1. Это в меня прилетело или мне показалось? Ох ты ж, блин. Ох ты, еще и не туда стрельнул. Еще класс. Все. Нет меня. Ну, вы видели. Играется круто, быстро, без проблем. 48 пинг. Это очень даже хорошо. Учитывая, что это высокие настройки, это просто шикарно. Значит, отсюда вывод из танков можно свалить. Никакие HD мы загружать не будем. Валим из танков. И загружаем. Нет, устанавливаем последнюю игрушку. Нет, не устанавливаем. Запускаем. Господи, что же я все в терминологии-то путаюсь. Genshin Impact. Сейчас она не захочет переворачиваться первое время, но потом ничего, перевернется. Значит, я его держу не так, раз он не хочет. Точнее, раз он повернулся сразу, значит, он не поворачивался. Вот такая логика. Вот так. Вот теперь, я думаю, FPS у нас будет видны. Не так кажется. Только не говори, что мы сейчас еще опять будем грузить 2 часа. Если так, то опять будет монтаж. Нет, пока вроде все хорошо. Коротенькие уровни это ненадолго. Но теперь как-то уже не очень хорошо. Короче, глобальненько я издеваюсь над бюджеткой, но она держится хорошо. О, 40 где-то в районе камер. Ну, то же самое, меньше 40. В последнее время смотрю, для всех норма это 40, поэтому если держит не выше 40, то считается нормой. Значит, аппарат молодец, он держится в районе 40, значит, это норма. Погнали. Хотя, на самом деле, сейчас еще одна загрузка будет, по-моему. Вот точно. Значочки какие-то неопределенные. Мы загружаем что-то где-то непонятно почему. А когда оно найдется, непонятно будет зачем. Ну что, продолжаем. Для начала лезем в настроечки, смотрим, что у нас тут выбрано. Ну-ка.
Ну да, смотрите, прорисовка происходит прямо на глазах. Пропадают деревья, появляются деревья. Крона есть, крона нет. Короче, так недопустимо все-таки. Значит, надо понижать. В Геншине все-таки на среднем играть сложно. Графика. Точнее, какое-то высокое было. Извините. Ну-ка, на среднем. Вот тут уже, по крайней мере, крона на деревьях не пропадает. Она есть. Значит, так и будем играть. Что не все графики изменились, точнее, не все настройки графики изменились, это я тоже видел. Но, на мой взгляд, стало хорошо. То есть на средненьких тянет. Девка с ножом. И нож больше нее. Ну как бздец. Еще и по деревьям лазать умеет. Вообще шик блеск, красота. А крона куда делась? Понятно. Бедная аист. Нет, не догнал. А то был бы бедный. Стоп, это что было? Такое. Непоняточки. Ну да ладно. Ну, крот, крот. Мясо разбежалось, ты чё? Мясо бери. Сырое мясо. Запасы. Это что такое? Пшеница, берем. Так. Да вижу я, что сквозь камень. Вижу, я все жду, чтобы он отошел. Нифига не дождешься. Все, дело Васина. Не, ну красиво. Да, это уже не максималочка, но и экран тут у нас не супер навороченный, так что все хорошо. Сколько всего мы набрали в этом мире-то, ёпа-мать. Ну все, я думаю, достаточно. И так видео вышло очень длинным. Увидите, что играется хорошо, но на средненьких настроечках. Ну или, можно сказать, даже чуть ниже средних. Все. Всем спасибо, всем пока, это Латуха, это было видео по игротесту, точнее, это был игротест, да что ж не выйти-то. Это был аппарат BlackView A52 Pro, отличается от обычного тем, что у нас памяти здесь добавлено. У нас 4 оперативочка, 128 накопитель, это в другом месте видно, вот здесь.
DocuOS уже версия 4.0, то есть уже куча наворотов всяких. Ну и виртуально можем сделать аж 8 оперативной памяти. Короче, шик-блеск за небольшие бабки. Всем спасибо, всем пока.